Я хочу поговорить об этом парне. Ой, простите, пожалуйста. Простите. Он вел себя как какой-то секретный агент. О, нет, 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 нет. Привет, Джон. Наверное, я плохо объяснил, но мы должны быть вместе. Простите, кто вы? Это тот парень. Я парень. Тот парень. Ради вашей безопасности, не вставайте с места. О чем вообще речь? Не надо! Всем лежать! За нами никто не идет! Или я убью себя, а потом ее! Родни! Родни! Пуля прошла на вылет. Кости и бедренные артерии не повреждены. Все просто классно. Получишь повышение. Классно? Кое-кто будет теперь за тобой следить. Скажут, что я психически неуравновешен, склонен к насилию, опасен. Все это прозвучит очень убедительно. Я уже убеждена. Еще неделю назад Рэй Миллер был самым надежным секретным агентом в мире. И что случилось неделю назад? Полная потеря связи с реальностью. Почему он не убил вас? Я ему понравилась. Привет, Джун! Шикарное платье! Или блузка! Если ты сама по себе, твои шансы выжить вот такие. Со мной – такие, без меня – такие. Со мной – без меня. Со мной – без меня. Он играет с вами. Он шпион. Это его работа. Ха, прости, это рефлекс. Я уже не знаю, чему можно верить. По-моему, случайных встреч не бывает. На счет три. Готово? Раз. Господи! Прости. Это нервы. Хочешь другое число? Давай три. Да, три. Подходит вполне. Хорошо.